Еще до начала игры в зрительном зале, да и среди игроков, возникали споры о том, насколько быстро закончится сеанс. Но, ко всеобщему удивлению, партия затянулась. Почти 3 часа Карпов и 8 его соперников в полной тишине обдумывали свои ходы. Однако обыграть мэтра специалистам и преподавателям сферы информационных технологий так и не удалось. А вот самая юная участница, студентка первого курса УГТУ Диана Сафина, сыграла с чемпионом в ничью. Еще до своего триумфа будущий программист рассказала нам, почему уже 5 лет занимается шахматами. Программисты должны уметь просчитывать ходы и вообще решать задачи. Шахматы – очень полезная игра для моей сферы деятельности. Советский российский шахматист – 12-й чемпион мира. Анатолий Карпов продумывает не только шахматные шаги, но и жизненные. Он повидал тысячи выдающихся шахматистов, но отметил уровень подготовки и ульяновских игроков. Но здесь были уровни хорошего, уровня турнирного. Вот это уже серьезные, опытные шахматисты. И некоторые партии как турнирные были. Анатолий Карпов был приглашен на ежегодную техническую конференцию РИФ технологии, где выступил с докладом о влиянии искусственного интеллекта на развитие и обучение шахматистов. Это первый визит Карпова в Ульяновск. И по словам чемпиона, от города, как и от его жителей, у него остались приятные впечатления. Кристина Жакот, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.